Храм Рождества Христова посетили учащиеся казачьих классов 103-й школы города Краснодара. Встречу с ребятами провел настоятель рождественского храма протоиерей Александр Игнатов. Несмотря на совсем юный возраст, а это были ученики начальных классов, ребята отвечали на совсем непростые вопросы. Что для человека важнее и дороже? Его тело или его одежда? Тело. А почему не одежда? Потому что тело. Скажи, почему вы ответите? Правильный ответ, правильный. Но скажи, почему? Потому что если бы не было тела, то мужик практически уже бы не жил. И одежда была бы не нужна. Что для человека важнее? Его тело или его душа? Вы какие молодцы, вы слушайте. О чем должен в первую очередь и больше всего заботиться человек? О временном или о вечном? О вечном! Что за дети пришли к нам? Настоящие казачата. Ребята, вы не возражаете, если в графу по русскому языку от батюшки за то, что вы умнички, так все правильно отвечали по русскому, по нашему, батюшка попросит поставить в графу по русскому языку 5. Да! Все, спасибо вам большое. Так, теперь вас, вы не возражаете? Ребята, вы не возражаете это положение? Нет! Графу по русскому языку 5. Да! Спасибо вам большое. Когда отец Александр перешел к теме патриотизма, то вместе с ребятами вспомнили святого благоверного князя Александра Невского и его знаменитые слова. Когда Невский побеждал своих врагов, то Александр видел, как они уже все трусливые, на коленях стоят, побежденные. Он говорил врагам России: идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Давайте скажем все вместе. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Теперь следующий он продолжал. И пусть без страха жалуют к нам в гости. И пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто к нам с мечом придет, но если кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. От меча и погибнет. На том стоит. На том стоит. И стоять будет русская земля. И стоять будет русская земля. Аминь. Аминь. Молодцы. Ребята посмотрели короткий сюжет о детском патриотическом летнем лагере при храме Рождества Христова. Для каждого класса батюшка передал книги о святом князе Александре Невском. Это одна из лучших иллюстрированных книг о святом благоверном князе Александре Невском. Пожалуйста, примите. А мы поаплодируем, даже можно поаплодировать. Продолжилась встреча, экскурсии в храме. В этой книге сказано: уклонись от зла и сотвори благо. Уклоняйся от всего плохого, а делай все доброе. Давайте повторим это все вместе. Уклонись от зла и сотвори благо вместе. Уклонись от зла и сотвори благо. Три пальчика вместе. Ну-ка показали, как у всех получилось. Нет, не надо. Вот так, не надо. Три пальчика вместе, два пальца к ладошке. Есть такое, даже такое присловие. Три пальчика вместе, два пальца к ладошке. Смотрите, креститесь не понарошке. Поняли? Сам, и Сына, и Святого Духа. Покажите мне эти золотые руки. Вот эти какие-то, ну, как, конечно, освещается солнышко Божие, которое Господь посылает на детей. Какие у нас, вот посмотрите эти ручки. Вот это добрые ручки, они будут делать только добрые дела, договорились? В завершении встречи отец Александр сказал ребятам слова напутствия. Иисус Христос подарил нам вечную жизнь, поэтому читайте больше об Иисусе Христе, узнавайте, молитесь и разговаривайте с Ним. Он живым, а Он живой. И говорите: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Давайте скажем эти слова. Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня. Вот так можно покрестить. Как важно говорить с детьми о Боге, о вере и подвести детей ко Христу. Христос посреди нас. Есть!